Выездное заседание Президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения прошло сегодня в областном центре. Большой разговор объединил всех тех, кто на своем рабочем месте выполняет не только непосредственные функции, но и совмещает их с деятельностью общественной, направленной на защиту прав врачей и среднего персонала. В течение последних 2 месяцев мы изучали, как работают первичные профсоюзные организации, областной комитет профсоюза по выполнению своих программных документов. И в частности, принятой программы нашего развития профсоюза, комплекса мер по выполнению программы социально-экономического развития, ну и целый ряд других решений Федерации профсоюза, наших собственных и имеющихся программ государственных, в том числе программы здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, ну и целый ряд других вопросов, которые сегодня очень важны и нужны для профсоюзной деятельности. Сегодня профсоюзные первички играют большую роль в жизни всех учреждений здравоохранения области. Кроме реализации принципа социального партнерства, который регламентирует отношения администрации и работников, активно развивается общественная составляющая. Учитывая важность вопросов социального партнерства, именно в этом направлении по защите трудовых прав работников, их режим труда и отдыха, все мероприятия, безусловно, оговорены во всех 7 коллективных договорах. Все абсолютно нормы, которые заключены в коллективных договорах, они исполняются. В результативности и эффективности деятельности профсоюзных объединений заинтересованы сегодня и руководители учреждений здравоохранения. В сотрудничестве многие вопросы получается решать гораздо быстрее. Здесь очень много вопросов по охране труда, очень много по поддержке молодежи работы, очень много по ветеранской линии. Очень доставляет положительные эмоции, когда мы встречаемся с ветеранами, они видят успехи наши, что-то подсказывают, гордятся нами. А нам это тоже тепло, это всегда связь поколений, это все очень здорово. Позиции Брестской областной организации профсоюзов работников здравоохранения оцениваются и на республиканском уровне. По выполнению отдельных показателей регион находится в лидерах и может служить примером для других объединений страны. В области поставлена работа, понимаете, помимо производственных дел, хорошо организована физкультура и спорт. Брестская область очень хорошо себя здесь показывает в развитии футбола. Она участвует в международных соревнованиях по футболу, как большому, так и по мини-футболу. Много других направлений. Она является по многим видам спорта нашим лидером нашей отраслевой спартакиады. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.